Скажите, моему сыну год. Когда нужно его приучать ко сну на подушке? Сейчас я отвечу на вопрос, Лыза Васильевна. Можно вот нашего, вот того пациента? Спасибо. Собственно говоря, давайте, ребята, поймем сами, для чего вообще человеку нужна подушка. Если человек спит на боку, да, то у него вот это вот расстояние, вот ему спать неудобно, правда? И вот тогда надо хоть сюда вот что-то подложить. Вот это то, что называется подушками. Обратите внимание, что у детей пропорции головы совсем ведь не такие, как у взрослых. Вот это расстояние у них намного меньше, потому что голова больше. И, как правило, до 2 лет ребенку никакие подушки не нужны, в каком бы положении он ни спал. Понятно? А после 2 лет желательно плотненькая подушка, размера, которая должна быть толщиной около 2 сантиметров. То есть вот это расстояние от уха до плеча, понятно? Вот это и есть толщина подушки. Все понятно? Это, собственно, как правило, в годик о подушке речь не идет. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.